веселье Витязева курортный сезон идет полным ходом. В одном из самых прибыльных для торговли мест на проходе к морю Паралея муниципальный контроль выявил 4 нелегальные точки по оказанию экскурсионно-туристских услуг. Был собран необходимый материал и передан на межведомственную комиссию, на которой был определен срок о демонтаже данных объектов. По демонтаже этих объектов было сообщено в средства массовой информации. На данные объекты были расклеены информационные сообщения. Владельцам нелегальных павильонов необходимо было до 6 июля демонтировать некапитальные конструкции. Собственники лишь в единичных случаях сами разбирают коммерческие объекты, а торговать продолжают. Только при виде муниципального контроля и техники собственники незаконных киосков на углу проспекта Южного и улицы Цветочной стали выносить оборудование. Владельцы разобрали 2 павильона, а вот нелегальную торговую точку на углу улиц Мирной и Знойной демонтировали силами администрации. Данные некапитальные объекты были вывезены на специальную стоянку для хранения. На стоянке данные объекты будут храниться в течение 6 месяцев, после чего будут утилизированы. Для возврата нелегальных конструкций владельцам необходимо обратиться в управление муниципального контроля по адресу город Анапа, улица Промышленная, кабинет 206, и обязательно предъявить документы, подтверждающие право собственности на демонтированные конструкции.